практика, которой пользуется офис Зеленского, политическая практика, говорит о том, что он недостаточно точно понимает ситуацию, недостаточно точно понимает, что в сотрудничестве с Путиным против Украины выступают еще и те, на кого Владимир Зеленский сделал ставку, это вот Демократическая партия США, когда в июне 2019 года он открыто поддержал Демократическую партию социалистов против Дональда Трампа, когда ему говорили о том, что необходимо начинать расследование. Действующий президент Соединенных Штатов говорил о том, что необходимо начинать коррупционное расследование семьи.